Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Рентген нового поколения. Будем заниматься лечением пациентов с облитерирующим атеросклерозом сосудов. В больнице скорой медицинской помощи перерезали красную ленту ангиографического комплекса. С праздником, мама! Международный женский день празднуют сегодня в каждом доме. Каким 2019 был для Бобруйска? Хорошая, качественная продукция, вкусная, востребованная. Так держать. В городе масштабно подвели социально-экономические итоги. В чем секрет семейной жизни? Пара из Бобруйска готовится встретить золотую свадьбу.